Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Киев Ролиплей. Итак, это бонус, эта серия с бонусом, дается 3-й левел и 3 миллиона. Мой ник, кстати, Кирилл Питбуль. И здесь я уже когда-то играл, точнее не играл, а делал стрим, не серию. А сегодня я решил записать серию, давно я здесь не был. Ссылочку я оставлю в описании, кто захочет зайти поиграть, то ссылочки, короче, будут в описании. Давайте посмотрим. Да, у меня есть бизнес, дом и транспорт. О, неплохо, и еще деньги в банке, 900 тысяч. Мобильный счет и номер законопослушный. Ну, все неплохо, но, блин, это надо GPS-авто, давайте пропишем. А в то... Так, команды сервера, дом, транспорт, так. Ну, я, в принципе, припоминаю, где я живу, но я вышел на вокзале, но, в принципе, так будет поинтереснее. Давайте, думаю, добежим на мэрии, устроимся хотя бы на таксиста и доедем до моего дома. Думаю, так будет проще. Так, там какой-то, кстати, фургончик. Ну, по-моему, я на права сдавал. Да, сдавал. У меня тут еще админка была, но, по-моему... Ее забрали, да. Хотя, а логин... Да, ее забрали. Ну, ничего страшного, в принципе. Сейчас добежим. Посмотрим, что у нас тут есть. Так, я вижу, что такси нету вообще, кстати. Автошкола. Модпак, кстати, я не ставил, но он есть. Вы можете скачать его в группе, или я ссылку оставлю в описании, в принципе. Сможете зайти и поиграть. Так. С модпаком. По-моему, здесь можно устроиться. На машинку. Или нет? Это, наверное, дальнобойщики так обозначены. Да. Ну, блин, очередная копия Мазинга. Честно, уже задолбали эти копии Мазинга. Блин, уже тошнит от них просто. Просто тошнит. Уже хочется просто, чтобы какой-то свой мод был. Как не все, чтобы я шахнул, блин. Но копии это вообще не то, я считаю. Копии это прям зашквар, зашквар. Ну, посмотрим. Может здесь что-то другое есть. Интересное. Но я что-то так сомневаюсь. Ну, в любом случае, кто хочет зайти попробовать поиграть, то я оставлю ссылки в описании. Так. Устроиться. Водитель автобуса. Водитель такси. Давайте водитель автобуса выберем. И пойдем возьмем автобус. Кстати, давайте посмотрим о бизнесе. Информация о бизнесе. На счету бизнеса 22 тысячи. Стоимость бизнеса 540. Продукты открыт. Ну, в принципе, я ним не пользуюсь. Наверное, мы его сольем в ГОС. Я так думаю. Потому что реально я ним не пользуюсь. Думаю, другим он будет нужнее, поэтому я его солью в ГОС. И, наверное, домик тоже в ГОС сольем. И купим себе квартиру, если они здесь, естественно, есть. Думаю, домик как-то не очень хочу. О, кстати, прикольный райончик. Прикольный райончик. Прям, да, прикольно, что так много. Прям такой дворик свой. Это прикольно. Давайте возьмем маршрутку. Маршрутку. Это не шутки. Лесорубы, новая мэрия. Лесопилка, новый район. Думаю, в принципе, нам ничего не будет, если мы от маршрута отойдем. Просто поедем. Я хочу машину забрать свою. И сейчас посмотрим, здесь есть квартира или нет. Ну, это старый мод Мазинга, в принципе. Уже столько серверов с этими старыми модами Мазинга просто... Уже по горло сыт, блин. Сколько можно, стапает, пожалуйста. Хватит уже копировать. Амазинг, сделайте что-то свое, ё-моё. Так, почти зеленый. Так, кстати, уже бизнесы все выкупили. Так, ну да, это старый мод Амазинга. Видно просто. Квартир, к сожалению, нету. Это, конечно, печально.
Казино есть. Ну, в принципе, старым это магазин, вы можете покататься. По-моему, я живу в Гореле, если я не ошибаюсь. Сейчас мы туда доедем. Я думаю, продам бизнес. Хотя, а ну, мы можем его отсюда продать. Б-панель. Продать бизнес. О, все, продали. В принципе, зачем он мне? У меня есть буллет, булка, булочка. Сейчас, может, что-то... Блин, жалко, тут рублевки нету, по-моему. Или есть. Ну, сейчас мы посмотрим. Сейчас доедем до дома и посмотрим, есть там рублевка или нету. Кстати, по-моему, эта дорога была или не, я не помню. На старом моде магазина. По-моему, да-да, была. По-любому. Давайте доедем по Бырику. По Бырику доедем мы с тобой. Конечно, что она вообще не валит, кстати. Печально. Печально. Автовокзал, новый район. Можете сразу, кстати, вот желательно им бы поставить эти, как его, велосипеды хотя бы на спаун или мопеды, потому что добираться в такой способ это очень кумарит, честно говоря. Так что, если меня смотрят основатели, то желательно вам изменить. На спауне поставить хотя бы велик, ё-моё. Потому что бежать постоянно с одного города в другой, это жесть. Давайте тут аккуратненько съедем. Ух, тут домов много. Смотри, сколько свободных домов, чуваки. Это вообще чудо. Я такого не видел никогда. Что так много домов свободных было. По-моему, вон моя булочка стоит, кстати. Вот она, моя родная. Да. Это она. Это она. Вот мой бывший бизнес, кстати, по-моему. В транспорте закончился бензин. Спасибо большое. Спасибки. Спасибочки. Где я канистру возьму? Ядрит Мадрид. Видите, мой бывший бизнес. Вот реально, где я возьму канистру? О, давайте поработаем. Вот эта тема. Все, ты мне не нужна. Так. Ощутим те времена, когда зарплата была хорошая. Здесь сколько здесь платят? Я не помню, честно говоря. Так само, наверное, как на Мазинге. Или нет? Какой-то мод, честно, сыроватый. Сыроватый какой-то мод. 3 минуты. Время рейса 3 минуты. Неплохо. Давайте позаработаем немного денежек. Ну, честно, блин, натуре как-то сервис сыроватый. Ну, если бы здесь онлайн бы дать, то, думаю, было бы неплохо. Но все же скутер или велики все-таки надо добавить. Все-таки надо добавить. Желательно вообще добавили там мотоциклы бы какие-то, там восход бы добавили на спам. Я считаю, это было бы круто, и такого нигде нету. Просто бы сделали аренду там мотоцикла, там 200 рублей, там косарь. И я думаю, было бы круто, потому что мотоциклы никто никогда не ставит. Так бы это типа аренда, там отдельно бы поставили их. Или поставить и велики, и мотоциклы, и мопеды, чтобы много выбора было. Я считаю, это было бы тоже круто. Но хз, хз. Это уже дела основателей. Честно, я свой сервер бы сделал, но не хочу. Не хочу. Нету желания, потому что когда ваш сервер, вы все можете и нету стимула играть, развиваться, так сказать. Поэтому не хочу я свой сервер делать пока что. Может, в будущем когда-то и сделаю. У меня, в принципе, еще не такая большая аудитория, чтобы делать свой сервер. Потому что, если делать свой сервер, ну, надо хотя бы, чтобы аудитория была 10 тысяч подписчиков, хотя бы там 20. Ну, не меньше десятки, это точно. Я считаю. И то это мало, тоже десятка, это тоже мало. Так, давайте посмотрим, сколько нам заплатили. Так, и давайте скриншотик сделаем.
скриншотик. Вот такой вот. Спасибо. И посмотрим, сколько нам заплатили. 500 рублей. Ну, такое, честно говоря. Булочка моя, конечно же, без бензина. Домик, смотри, какой домик урвал вообще, а? А? Вообще, самый смачный просто, какой здесь был. И, ну, это тоже, кстати, нормальный. Вот это вообще смачный-смачный домик. Да. Ну, чё, неплохо. Чё? О, зашибись. Нормально, чё. Ну, интерьер, в принципе, неплохой. Ну, думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. Всем пока. I said, man, I'm alright, little did I know I'd be